Карачаево, Черкесию с рабочей поездкой приехал депутат Государственной Думы Российской Федерации, руководитель фракции «Справедливая Россия. Патриоты за правду» Сергей Миронов. В Малом зале Дома правительства Республики Сергей Михайлович провел пресс-конференцию с представителями СМИ региона. В ходе мероприятия народный избранник ответил на вопросы журналистов касаемо законотворческой деятельности депутата, индексации пенсии работающих пенсионеров, налогообложений, расчета стоимости потребительской корзины, минимальной оплаты труда и развития туризма. Сергей Миронов ответил на все вопросы и выразил благодарность правительству Карачаево-Черкесии за тесное взаимодействие. Обратите внимание, сейчас по закону, вот, допустим, пенсионер работает. Как только он уходит на пенсию, ну, по возрасту, ему насчитывалась индексация за все годы, пока он работал. Но это справедливо и правильно. И мы говорим, ну хорошо, если мы с февраля 2025 года делаем индексацию пенсии, разве не будет справедливо, если мы проиндексируем все эти 8 лет? И дадим им эту сумму. Пока тишина, но я уверен, что мы добьемся вот этой индексации, ну, потому что вот даже я специально привел закон, да, ну, ерунда получается. То есть вот если я увольняюсь и прекращаю работать, не проиндексируют. А если я продолжаю работать, ну, так дай ты Бог, и хорошо, что ты работаешь, да, так почему бы государству не проиндексировать вот эти все 8 лет?